Привет! А вы написали Деду Морозу письмо? Да! И я тоже написал. Хотите послушать? Да! Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе хороший мальчик Драгин Стас. Мне 5 лет, я весь год вел себя хорошо. Слушался родителей и почти не баловался. Я занимаюсь карате в клубе «Олимпийц». В этом году я достиг очень больших успехов. В начале этого года я заработал свою первую медаль, а сейчас их у меня уже 12. Я обещаю, что в следующем году буду вести себя еще лучше. Буду усердно заниматься и добьюсь еще больших успехов в спорте. Подари мне, пожалуйста, лук, меч и стрелы. И еще я хочу пожелать всем ребятам из клуба «Олимпийц», чтобы они завоевали только первые места всегда.